Ребята, всем огромнейший привет. Вытащил я ее с глубины ада. Местечок я надыбал интересный. Интересный. Прохожу пару метров. И ба-ба-ба-бам-ба-бам. Иду себе такой, друзья, иду. И смотрите, какая у меня находочка. Все, я туда продвигаюсь. Меня пока это место держит, не отпускает. С утра у нас полдня была разведка. Мы ездили, пробивали один очень интересный ручей. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Снова вы на канале «В поисках золота Украины». Меня зовут Серега. Снова мы копаем в Кам лесу. Снова выехали по скифам. Есть находочки, сейчас вам покажу. По традиции хочется передать привет группе в Вайбере Коп.ua. Ребята, вам всем огроменный привет! Спілки блогерів України, Поліся ЗТ, Тустань, Поділля, Захід. Ребята, всім огромнейший привіт. Смотрим находочку. Находочка, друзі, у нас рядовая, як для цих міст. Обычный скіфський наконечник семечка. Пісочок здесь, земля, сохранчик отличный. Да им, в принципе, и ничего не делается. Чуть я по нему вот лопатой проехал. Но это не страшно. Ходим мы вчетвером сегодня. Были мы в разведке. Сейчас к вам развернусь. Были мы, друзья, в разведке в этом же лесу. Заезжали немножко с другой стороны. Там по описаниям было РЖВ, ранний железный век, и доба бронзы, бронзовый век. В общем, походили там, ничего не нашли. Зацепились немножечко в одном месте. Коляныч нашел там накосник. Я вам покажу, потом подойду к нему, потому что он сейчас уехал еще один местяк пробить, тоже в разведку. Приедет, расскажет, что там. Нашел он, в общем, накосник бронзовый. Ну и переехали опять же на то место, где у нас были основные находки. В общем, будем ходить выхаживать. Времени у нас где-то часов 12. До часов 4, я думаю, мы походим. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Перешел я, друзья, немножечко в другое место, на такое более открытое. Уже нету таких елок, по которым я ходил. И есть у меня еще один наконечник. Сейчас вам покажу. Взгляните-ка, друзья. Вот еще один нак. Семечко. Причем при всем, что место копанное. Вот смотрите, вот одна ямка, вон вторая ямка. В общем, где-то еще я видел. А, вот там под деревом еще одна ямка. И вот вам, пожалуйста, еще один наконечничек. Бил так хорошо вообще. Класс. Класс, сейчас буду продвигаться, вот эту вот полянку выхожу и пойду вот в ту вот сторону. Смотрите, друзья. Хожу, друзья, вот в таком вот замечательном лесу, и есть у меня находочка.
Вытащил я ее с глубины ада. Вот такая вот заколка скифская. Вот тут орнамент даже. Не орнамент, а завитушка какая-то есть. Прикольно. Чуть-чуть лопатой по ней вот зарядил слегонца. Но не страшно. Она ценности особой не представляет. Так просто как исторический артефакт. Прикольно. Сейчас пацанам скажу по рации. Андрюха, прием. Да. Выкопал булавку скифскую железную. Понял. Вернее, не булавку, а заколку в волосы. Понял. Вот такая вот, друзья, находочка. Надо ее как-то аккуратно в карман положить, чтобы в ногу себе не засадить. Ладно, берем. Ухаживаю я все. Вот этот вот местечок. Вот он вот я нашел наконечник. И планомерно выбиваю и продвигаюсь вот по склону холма. Ладно, друзья, смотрите, я пошел дальше искать. Друзья, смотрите прикол. Сейчас вот здесь вот, где? Вот здесь вот выкапываю булавку железную, заколку вернее для волос. Прохожу пару метров и ба-ба-ба-бам-ба-бам. Смотрите, какая красота. Вот это просто шик. Бронзовая. Бронзовая заколка для волос. Вот это шик. Целенькая. Лопатой в нее не попал. Крутяцкая вообще. Класс. Слушайте, тут, наверное, был какой-то салон красоты, я так себе понимаю. Или парикмахерская. Одна. Вторая. Сейчас здесь покручусь. Может, еще что-то найду. Крутяцкая вещь, блин, классная. Колянчик выкапывал. Тоже такую классную. С рисунком у него была. Мы ее отдали на реставрацию. Он по ней лопатой чуть проехался. А я нет. Это целенькая. Крутяк. Вещица очень кайфовая. Я даже знаю, куда я ее пристрою, эту вещь. Ладно, друзья, смотрите. Местечок я надыбал интересный. Интересный. Иду дальше искать. Смотрите. Сейчас покажу вам что-то, друзья. Смотрите. Вот тут вот я заколочку сейчас выкопал. Зашел вот за дерево. И вот вам, пожалуйста, керамику кто-то сложил. Скифская керамика. Так что место очень-очень интересное. Нужно ходить. Вот такая вот она. Керамика светленькая, толстенькая, тоненькая, разная. Вот это может быть не скифская, хотя, наверное, скифская. Но вот это вот точно скифская. Так что смотрите, друзья, и анализируйте. Вот такая вот светленькая. И вот такая вот чуть темнее. Идем искать дальше. Все, я туда продвигаюсь. Меня пока это место держит, не отпускает. Сейчас планомерно здесь все выхожу. Смотрите. Иду себе такой, друзья, иду. И смотрите, какая у меня находочка. Гаррет нашел. Вот это прикол. Про Терриан. Terrain Pro. Наклеечку кто-то провтыкал с приборчика. Продвигаюсь я вот сюда вот. Гаррет. Нашел Гаррет. Прикол. Ладно, идем дальше. Друзья, подошел к другу
Смотрите, какой он нашел наконечник с тамгой. Просто красота. Блин, слушай, ну нам тут такие не попадались. Это, конечно, чем тамга с одной стороны. Больше нету. Бомбей. Просто бомбей. Крутяцкий. Не, наг, конечно, крутяцкий. Супер. Ходим вот в таких вот елках. Вон мой истерик стоит. Класс. Наг, конечно, шикарный. Идем дальше искать. Будем уже к машине продвигаться потихоньку. И потому что уже трохи темнеет, надо будет еще домой доехать. Так что такое, друзья, смотрите. Друзья, иду к машине, уже вечереет. Будем мы на сегодня заканчивать нашу экспедицию. И ехать домой. Сейчас пацаны где-то посходятся, еще ходят, пикают там. В общем, хочется подвести итоги сегодняшнего копа. С утра у нас полдня была разведка. Мы ездили, пробивали один очень интересный ручей. И бугорки возле этого ручья. Нашли там, Коляныч там нашел накосник бронзовый. И в принципе больше ничего. Есть керамика. Видимо, все-таки нужно раскручивать то место. Может, мы не зацепились, но мы там очень славно походили. Мы походили часа 2-3 там, разошлись в разные стороны. Ну и как бы одна только была полезная находка. Ну такой еще черный металл. Но наконечников не было. И это печально. В общем, мы, я думаю, еще туда заедем, в это место. Но не стоит его пока не вычеркивать. В общем, потом переехали обратно на наше уже знанное место по скифам. Ну и здесь, в принципе, немножко накопали. Не так хорошо, конечно, как в прошлые разы, но тем не менее какие-то интересные находочки у нас есть. Сейчас я вам покажу, что нам удалось найти. Находочки, друзья, сегодняшние. Два наконечника. Это Сапуткин накопал. И две заколочки. Одна черная, одна бронзовая. Ну, я вам скажу, за полдня копа, в принципе, неплохо. Вот так вот. Вот такие, в общем, друзья, находки. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, друзья. Всем пока.